Сигачев Продакшн. Let's go, daily picture. Бля. Соберись, тряпка. I like rock music. Шучу. I like a trap music. Что это вообще сейчас такое было? Просто так, по фану. Прикольно же. Если да, ставь лайк. Да ладно, не суть. Лучше скажите, вы вообще в курсе, что... Навье подъехало. Наверное, все знают, что свет — это основа фотографии. Сегодня я вам расскажу о том, как можно снимать с одним источником света. О том, что имея всего лишь один источник света, можно делать абсолютно разные по атмосфере фотографии. Поможет мне в этом Макс, мой хороший знакомый. Вы его уже видели в самом начале видоса. Приятного просмотра. Навье подъехало. Если у вас есть один источник света, одна модель... Вы думаете, что с одним источником ничего нельзя сделать, кроме как просто светить в лоб, то это не так. И сейчас я вам покажу разные варианты съемки с одним источником света. Я буду использовать свой кольцевой свет, ссылка на него в описании, если что. А мне вот серьезно или улыбаться? Отойди вот сюда, ко мне, ко мне. Если что, я тут. Допустим, мы щелкнули, мы сделали фотку. Чтобы убрать сзади тень человека, надо либо нам отодвинуться дальше от стены, либо поднять свет, и тень уйдет вниз. Стоп. Смотрите, мы отошли чуть дальше от стены и получили вот такой вот снимок. Это у нас прямой свет. Теперь мы можем его немного сместить. У нас будет больше объема. Еще чуть-чуть. Вот так, красава. Ниже подбородок. Красава. Мы не меняем, например, твою позицию. Мы меняем позицию света. Так. Чуть-чуть. Мы поменяли расположение света и увидели совершенно другой рисунок. Мы можем поднять свет и вернуться к схеме изначально, когда у нас свет стоял ровно. И сейчас вы увидите разницу. Мы поднимаем свет. Это добряк. Смотри. Мне кажется, меня вообще стоит бояться. Больше драматики. Теперь самое время добавить какой-нибудь отражатель. Смотрите, у меня есть простая белая картонка. Что нам дает эта картонка? Первый раз. Когда мы добавляем картонку, тени перебиваются. Они засвечиваются, но они засвечиваются мягко. Сделаем обычную фотографию без отражателя. Берем отражатель, ловим зайчика. Вот это прикол. Не обязательно всегда двигать свет, вы можете сами двигаться. Вот простой пример. Вот Макс, я его снял. Потом я передвинулся, в лице слегка поменялся, соответственно, ракурс тоже. Бум. Ну-ка, а давай посмотри наверх. Нифига у тебя, братан. Где купил? На Алиэкспресс заказал? Как видите, имея однородный фон, один источник света и белую картонку, вы можете делать очень многое. Например, на этой фотографии не два источника света, как можно подумать сначала, а всего лишь один. И он находится справа, а слева от Макса всего лишь отражатель. А теперь представьте, как поменяется результат, если добавить еще один отражатель. Короче, пробуйте. Нет фона? Не беда. Всегда можно склеить ватман или повесить белую простыню. Нет света? Ну, для начала можно взять вот такую лампу от яркого луча, она стоит около 3000. А если еще добавить 1000, то можно взять вот такую в два раза мощнее. Плюс, здесь есть еще и регулировка температуры. Понравился видосик? Запилите лайк. Пишите в комментах ваши впечатления. Спасибо Максу за помощь, спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы первыми смотреть новинки. И скоро снова с вами увидимся. Пока-пока.